Большое количество гостей в областной библиотеке явление нередко, но вот собираются они здесь, как правило, по очень важным поводам. Таковым в этот раз стало торжественное открытие выставочного проекта «Библия на Берестейшине». Уникальная историческая инициатива проливает свет на религиозный путь края, его традиции, культуру. Белорусы всегда стремились видеть многие важные для верующего человека книги на родном языке, и это направление развивалось достаточно успешно, что подтверждают представленные на выставке переводы Библии, Нового Завета и других важных текстов Писания. Цель нашего проекта – показать историю белорусской Библии от ранних рукописей до настоящих дней в контексте общей и региональной истории. Ведь именно с Библии начиналась книжность на землях Беларуси. В рамках реализации проекта мы планируем представить широкой общественности редкие, ценные и раритетные издания духовной литературы самых знаменитых конфессий на нашей территории. Выставка наглядно представляет историю духовных книг от ранних рукописей до наших дней в контексте общей и региональной истории. Венчает экспозицию фрагмент Радзивилловской Брестской Библии 1563 года. Рядом другие, не менее эксклюзивные печатные экземпляры, хранящиеся в фондах отдела редкой книги. А теперь экспозиция пополнилась еще одним, не менее важным памятником религиозной литературы. В рамках открытия выставочного проекта состоялась презентация репринтного издания перевода книги «Поводли Луки. Святое Евангелие», сделанного в 1926 году брестским пастором Лукой Декуть Малеем. Авторам удалось не только переиздать сам перевод, но и сделать к нему научное сопровождение. Гэты пераклад у Беларуси захаваўся у одном экземпляре у Национальной библиотеки Беларуси, и натурально ж мы б хотели, каб ён стал доступным и вядомым для усіх ахвотных і найперш для берастейцаў. І вось супольна такімі агульнымі намаганнямі найперш берастейцаў, а ўжо ў другую чаргу нацыянальнай бібліятэкі, у нас атрымалася яго перавыдаць. Перавыдаць факсімільна і перавыдаць у суправаджэнні вельмі яркага, мне падаецца, цікавага навуковага суправаджэння, якое паказвае, чаму гэта сапраўды нацыянальны кніжны помнік і помнік нашай духоўнасці. Выставка отражает то, насколько едиными и дружными были представители разных конфессий, и как вместе они сохраняли общее историческое наследие и самобытность. Не глядя на то, что менялись державная принадлежность, политическая ситуация, люди заховывали веру и шли у пошуку до Библии, до Святого Письма, до Евангелия, и для того, как одолеть этот тяжкий шлях, яны приносили ахвяру свой час, свою працу, свои сродки, свою духовную моц, свою силу, и менавіта з гэтай причины мы сегодня ведаем, узгадываем их и дякуем им. Поддержать выставочный проект в Брест приехали историки из-за рубежа, которые сотрудничают с областной библиотекой. Иоганнес Раймер уже давно занимается исследованием фрагмента Брестской Библии. Ученый уверен, документы религиозной тематики – кладезь знаний. Брест особенно. Потому что посмотрите на историю, историю как Европы вообще, так и на историю вашей страны. Брест играл тысячи лет важную роль. И в этой истории Библия играет роль. Книги Библии, вырезки из Библии, переводы и так далее и подобное. В рамках реализации проекта «Библия на Берестейшине» практически на весь октябрь запланированы просветительские экскурсии для школьников и студентов. Для всех посетителей будет действовать интерактивная зона с макетом печатного станка, где каждый желающий сможет напечатать образец титульной страницы знаменитой Брестской Библии.